Драко. Дракошка, дракошка. Подарки с конфетами братья Данил, Ярослав и Богдан получают лишь по большим праздникам. Мама растит мальчиков одна. С работой в Первомайске трудно, и семья живет на пособие. Семьи остальных детей тоже многодетные и малообеспеченные. О том, чтобы позволить оздоровительный отдых, родители и подумать не могут. Мне тут нравится больше всего друзья. Только зашли в корпус, сразу всеми познакомились, все сразу. Никто никого не обижал. Уже второй год подряд решением губернатора Николая Меркушкина из областного бюджета выделяется дополнительно около 1,5 миллиона рублей. На эти деньги 50 детей и 5 взрослых отдыхают целую смену в санаторно-оздоровительном лагере «Березки». Учреждение выбрано не случайно. За счет областной целевой программы удалось значительно обновить его базу. Это наш лучший круглогодичного действия с капитальными условиями, капитальные корпуса, все удобства и плюс еще набор оздоровительных процедур. То есть нам бы хотелось, чтобы они не просто здесь поиграли с вожатыми, но еще чтобы здоровье могли поправить. Массаж, света- и магнитотерапия, новый кабинет аэроионотерапии. К услугам ребят полный арсенал эффективных процедур. Кому необходимо, полечат зубы. В санаторно-курортных книжках, которые дети привезли с собой, стоит одна рекомендация – оздоровление. Педиатры у меня сегодня осматривают, и свои диагнозы мы тоже можем выставить. Тоже нарушение осанки, если увидим. Тоже увеличение небных миндалин мы это увидим при осмотре педиатрическом. Если будет необходимость, мы будем назначать и не только оздоровительные, но и лечебные процедуры. Вы сегодня здесь кушали? Да! Как? Что ели, что было у нас? Кашу. Какую? Пшеничную. Пшеничную. В случае необходимости с детьми в лагере могут поработать квалифицированные психологи центра «Семья». Хотя по опыту прошлого года такая помощь вряд ли потребуется. Чистый воздух и положительные эмоции не оставляют места для грустных мыслей. Инесса Панченко, Артем Сулайманов. События.